Итак, сегодня, 16 ноября, состоялась премьера, вторая премьера оперы «Женитьба» Александра Речининова по пьесе, разумеется, Гоголя. Первая премьера состоялась 5 лет назад, она была под рояль, и сегодня звучала так, как и должно было звучать, под полный оркестр. Это было все очень здорово, потому что на гоголевский юмор наложилась и музыка очень ироничная, с цитатами. Был полный аншлаг, и публика встретила произведение с большим воодушевлением. Моя героиня, во-первых, она очень любима мной, потому что в характере Агафьи Тихоновны намешано столько всего женского, даже, я бы сказала, не женской, а девичьей души. Все чаяния, все надежды, все страхи, все какие-то наши волнения, предвкушения. И, безусловно, играть этот образ – это одно удовольствие. Сочетание Гоголя и Гречининова – это бесценное сочетание. Конечно же, сегодня у нас очень знаменательный день, потому что мы соединились с оркестром. Да? Сегодня первое исполнение оперы именно с оркестром. И это бесценный подарок. Я считаю, что, конечно же, по-новому совершенно заживет это произведение, заживет этот спектакль. И я очень надеюсь, что мы сможем еще порадовать зрителя этим великим произведением. Очень большая неприятность. Вот в Сицилии мы были со сказой, матушка, но весеннее время. Видишь, с дому день солнечный, а потом этот дождь. Сегодня состоялась премьера с оркестром замечательной оперы великого русского композитора Александра Тихоновича Гречининова «Женитьба». Это сочинение было написано композитором уже в преклонном возрасте, но, несмотря на свой возраст, в этом произведении чувствуется молодой дух этого человека, прекрасного человека, и задор, и юмор. Нам удалось достать клавир этой оперы. К сожалению, партитура была утеряна, поэтому первая постановка была под фортепиано. Уже тогда спектакль получил большое признание среди московских критиков и среди публики. Но и актерам, и нам, и постановщикам, конечно, не хватало звучания оркестра, как было задумано самим композитором. И тогда мы решили просто, так сказать, своими силами оркестровать это произведение по клавиру. И вот сегодня у нас была вторая премьера, уже приуроченная к юбилею 150 лет со дня рождения. И вот к этой дате мы решили все-таки сыграть спектакль уже в сопровождении симфонического оркестра.